Отвернулись все. 73-летний Добрынин обрек себя на одиночество из-за романа со смазливенькой девицей. Поклонник сообщил о тайной музе певца, которую тот давно прячет от публики. На Вячеслава Добрынина за последний год свалилась масса испытаний. Теперь же певец обрек себя на одиночество из-за романа со смазливенькой девицей, которая вот уже несколько лет ведет брак звезды к погибели. В сети удалось найти комментарий поклонника, который лично стал свидетелем идиллии Добрынина и неизвестной девушки, на вид лет эдак 18. По словам инсайдера, Вячеслав пережил тяжелую травму головы, но продолжает выступать и светиться на светских встречах. Недавно композитор разнес представителей шоу-бизнеса, назвал их тупыми, а его напряжение и расшатанные нервы прямым образом связаны с ситуацией в семье. Отвернулись все. Видимо, Вячеслав остался совсем один. Из-за интрижки на стороне от него могла уйти жена Ирина, с которой в браке артист прожил более 25 лет. Дочь Екатерина вместе с мужем живет в США и, судя по всему, вовсе не радует отца визитами в России. К тому же у актрисы есть свои причины для избегания звездного родителя, который мало того, что изменял матери с другой, так еще и бросил Ирину ради ее тезки, на которой позднее женился во второй раз. Добрынин слезно каялся, заявляя, что побег от дочери был ужасной ошибкой, но Екатерина, кажется, так и не смогла простить папу. Еще бы, музыкант сбегал к матери и ссылался на то, что девочка мешает его творческому погружению. Теперь Вячеслав Григорьевич вынужден работать на износ, видимо, для того, чтобы прокормить себя. Ведь если родственники покинули его из-за выхода к престарелого Дон Жуана, то пожилому певцу наверняка приходится туго. К такому изнуряющему труду Добрынина могла подтолкнуть и молодая пассия, которую ведут корыстные цели. В погоне за молодостью, окружая себя юными поклонницами, Вячеслав мог забыть, что в большинстве случаев таким волчицам в овечьей шкуре нужны только деньги. Разлучница позарилась на славу и состояние Добрынина, а тот серьезно поплатился и понес наказание. Лишился поддержки близких. Екатерина в Россию не прилетает, а вот раньше Вячеслав наносил визиты к дочери и внукам, что подчеркивает напряженность общения между ними, иначе она сама бы навестила отца. Но даже проблемы со здоровьем не вдохновили ее проведать исполнителя.